Как-то обгонять тяжело здесь. Да. Подожди, наверное, чуть-чуть. Он быстрее, чем этот рыжий. Может, он начнет его атаковать, ты подъедешь и что-нибудь там придумаем. Хотя он опять ошибся, пробуй. Бля, в первом повороте тяжело. Ну, за счет драфта он догоняет, но этого не хватает, понимаешь? Он берет драфт от этого, этот берет драфт от этого. Хорошо, хорошо. Хорошо. Ну, очень хорошо, блядь. Охуительно просто. Давай долби еще, все впереди, хуярь. Это что-то вообще не получается, блядь. Когда пытаюсь быстро ехать, блядь, получается вообще полная жижа, блядь. Ты учти, что ты сейчас на холодной резине, она плохо поворачивает. А ты стараешься сразу на максималку ехать, как до этого привык, на прогретой. Mm-hmm. Блядь, ну он ебёт меня, я чувствую в какой-то момент. Не зыри. Где-то внутри. Попробуй за ним ехать. Не видно. Машина внизу. На, нахуй. Хорош. Блять, короче, надо было экономить. Я не могу быстро ехать, а в итоге, блять, я резину... Ты можешь прямо сейчас начать экономить. Ты на ней всего три круга прошел, ничего страшного. Ну вот, ты проехал тот отрезок, как бы отрезок небольшой, но у тебя хотя бы уже процентное соотношение разброса переднего и заднего колеса не такое большое. 2% всего. Это то есть, ну, охуенно. Можно еще как бы получше, там еще бы 1% научиться экономить. Ты, мне кажется, сейчас чересчур сильно экономишь. Когда Илюха кого-нибудь доволен. Ну, может быть. Вот сейчас нормально. Да просто в прошлом круге ошибка была, мне кажется, за это время. Сейчас круга через два попробую прибавить. Еще вот попержу немного. Ну поперди, поперди. Вот сейчас Т2 хорошо проехал. Только судя по тому, какое у тебя расстояние до стены осталось, надо еще раньше газ нажимать. Чтоб тебя туда выносило не рулем, а именно газом. Блять. Нормально, нормально, нормально. Да блин, это все испортило, я только, блядь, круг хороший пытался сделать. Ну ты даже с этой ошибкой догоняешь, так что... Сейчас прямо самое время темп завинтить, они бороться начали, их там лузить все. Завинчиво. Бля, вот сейчас охуительно прошел первый поворот. На полсекунды быстрее, чем в предыдущий едешь. Больше не надо, быстрее не надо ехать. Главное без ошибок. Стараюсь. Та самый трасса треугольник. Да, это тот самый кукуруз треугольник. Сложный. Покано. Рейсвей. Ты как лидер круг проехал по времени. Одинаково. А я сейчас топлю прям, блять, как не в себя на самом деле. Вот ты охуительно едешь. А вот на этом где-то потерял на круге. Где непонятно. Первым, наверное. Когда так атакуешь, шина тоже уходит немного.
Ну, у тебя тут уже варианты нет, мало осталось. Да я вижу. Во, заебись. Зашибись! Но это уже не Атланта, это уже сложно, это покано. Здесь уже надо тормозить, повороты длинные, повороты все разные. Траектории масса. У него не задача там выиграть что-то, у него задача самому ехать быстрее, чем он сам. Поэтому... Блять, насрал. Ничего не насрал, наоборот, охуенно. Скорости много. Ну, кстати, нормально, ты их все догоняешь, догоняешь, догоняешь. Ну как, она сейчас лучше поворачивает, чем до этого было? Да, да, она уже начинается иногда проблема, уже рули приходится переключить. Да, да вот бы, если бы ты мог бы тормоза сместить, тебе бы намного легче было бы, но потом. Надо как-то на руле кнопки забиндить. Если это возможно, конечно. Хотя у тебя там кнопок не густо. Да, к ним хуй дотянешься, даже если бы забиндить. Блять, в стену что ли? Не-не, нормально идешь. Блин, машу уже. Нет, это не супер спидвей. Я не знаю, кто там на Википедии писал. Но явно человек, который ничего не понимает. Ну, вообще, я имею в виду, тип, в типах трасс. Давай, Илюх, 5 кругов поднажми. Бля, стараюсь, очень хочу достать, ну, хотя бы одного. Давай, давай, нормально идешь пока. Только главное, не переборщи. Двоих достаешь. Кстати, это через машину едет тот чувак, который тебя там чуть ли не выбил несколько раз. Который вначале хуярил быстро. Сейчас смотри, в драфте будет хуже поворачивать. Ага. Ой, сильнее тормози. Не, нормально, я попал прям на Алекс. Молодец. Хорош. Блять, а что делать? Да атакуй, в рот и ебать, пробуй, учись. Чё теперь, не атаковать никогда? Давай. Посильнее тормози. Посильнее, посильнее, посильнее. Блять, тяжело, блин. Нормально, нормально, охуительно. Пробуй снова атаковать это один. Ой, он очень поздно затормозил, он сейчас мимо улетит. На выходе дергай его. Газ, 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 газ. Блять, не получилось. Подожди, наверное, чуть-чуть, он быстрее, чем этот рыжий. Может, он начнет его атаковать, ты подъедешь и что-нибудь там придумаем. Хотя он опять ошибся, пробуй. Бля, первым поворот тяжело. Ну, за счет драфта он догоняет, но этого не хватает, понимаешь? Он берет драфт от этого, этот берет драфт от этого. Хорошо, хорошо. Машина внутри. Хорошо. Хорошо, блядь. Охуительно просто. А где желтый? Его там же просто разъебал. Желтый флаг. Нужно выстроиться в одну линию с другими. Мне два линка дали всего. Да это херня, или. Поворотов много. Ну, обгон понравился мне. Че, может остаться? Конечно, остаться. Внимание, это крайний зеленый-белый клип. Блять, чуть-чуть не хватило, на самом деле, там миллиметра. Я чувствовал, что могу его зацепить, но, блядь. Это ему не хватило миллиметра, не тебе. Ты потом повтор обязательно посмотри, блядь. Ну, я видел. У него он от удара даже на крышу перевернулся.
Но он, кстати, на... улетел на Pro. Да у него мотор взорвался, блядь. Как ты на остыло, как? Да, нормально будет все. Ты не поехал, да? Не, не еду, наверное. Но я так последний, в принципе. Но... А кто-нибудь заехал? Спасибо за фол. Можно заехать, два колеса поменять. Сейчас я тебе скажу. Блять, я в спутер зайду. Я уже топил как не в себя, если что. Да я заметил, охуенно, кстати, ехал, между прочим. Я не подъебываю в плане обгона. Это намного лучше, чем ну то, что было в начале. Понятное дело, там вкат не был, но... Никто не едет, один человек едет. Два, три, три бомжа едут, четыре. Ну, давай сними, давай сними. Догоняй. Только, пожалуйста, ради бога, мимо не проедь. Три. Два. Один. Стоп. Ты два колеса мне меняешь? Да. Езжай. Блять, он тоже два поменял один. Ну нормально. Позиции не упущено. Вы третьего не дома. К номеру один. Внимание, локидок. 13. Один из круговых получил локидок. 86-93 износ справа, 99-93 слева у тебя в левых колесах. Ну, я ебашил в конце. Да. Ну, кстати, износ охуенный. 86-93. А у тебя на первом отрезке был 76-89. Ну считай, 76-90. То есть ты сохранил переднее правое колесо на. Блять, начало парашное было очень. Типа я и не экономил нихуя, и мимо поворотов летел. Если бы не вот этот момент, я бы настолько не отстал. Как бы вот опять не обосраться бы в таком же стиле. Спасибо за фоллоу, парни. Короче, на 20% ты где-то сохранил колесо. Переднее колесо лучше по сравнению с пройденной дистанцией, блять. И состоянием колес. Но сейчас, возможно, может быть, надо тебя лузить начать, потому что с левой стороны стерто заднее левое колесо. Я сильно это прочувствую? Это я тебе уже не скажу. 99-93, но на прогретое. Плюсом бак у тебя, и мы топливо не заправляли. Тут один ГВЧ, да? Да. Может быть, у тебя все останется так, как и было. В плане управляемости. Ну, ты учти, сейчас снова холодная резина. Че, может мне в режим споттера зайти? Давай, залетай, потому что надо сейчас это... Ну, я в любом случае здесь шестое место, я думаю, надо попробовать. Добро пожаловать к нам. Идти в мясо. Да тут уже выбора нет, все равно уже инки набрал, похуй. Ну, два. Ну, да. Ну, за головой-то да. Но пойдешь в банк. Уже, в принципе, пошли за двумя колесами. Главное, 8 минков не скалывать, блядь. Каким-нибудь мувом. Ну, 8 уже навряд ли получится. Максимум 4 дадут, если даже разобьешься. То есть 6 максимально. Так, и ГВЧ 1, то есть желтый заканчивает. Да, да, да. Главное на реакцию взять и по передачам не попасть вовремя. Нет, не за победу едем, мы едем просто на доезд, тренировочные гонки, потому что это уже очень сложно для него, и просто стараемся учиться ездить. Вот и все. Ну я так подсказываю, как какие-то мелочи, основы. Вроде лучше стал, вот с колесами он намного лучше стал работать по сравнению с началом гонки. Так, готовься. Разгоняй ее. Пошел! Хорош. Бок о бок. Слева далеко машина. Иди по оптималке. Он как ракета вылетел здесь. О, давай, блин, надо было газ открывать. Давай. Очень близко. Самое чуть не вышло. Ничего. Встаю? Да, конечно. Чисто. Давай по оптималке, не атакуй его. Блять, я вообще ничего не вижу. Да похуй, хуярь, давай. Атакуй. Бок о бок. Чисто.
чисто, бок о бок. Давай, пол, бок о бок. Чисто. Хуер, белый флаг. Сейчас будет атаковать. Попробуй попозже затормозить, как всегда тормозил. Хорош. Так, только не в стену, Илья. Блять, как будто бы ехал в нее как раз. Чисто. Чисто. Блочь его. Блять, бок о бок, все, зашел в базу. Он отпустил, чисто. По оптималке иди. Прибавляй. Ну и... Да, блять, ну... Да не, ну я пиздец закинул, вообще. Бок о бок, сразу с двух сторон. Все, чисто, один остался. Блять, ну ладно, хуй с ним, хотя бы без инков. Бок о бок они прилипли друг к другу. Одного обогнал. Бок о бок. Тайдрафт его, блядь. Все, хорош. Блять, ну я промазал там вообще мимо поворота, жесть. Ну, очень тяжело. Сейчас я повтор погляжу. Надо было просто его, короче. Непонятно, как с такой траектории выходить, блядь. Это просто кошмар. Ну я тебе скажу, кстати, что по факту, вот если не вот эта ошибка там в Т2, да, и, ну и нихуя бы не потеряли бы, даже на двух колесах. Да, так опять не можно заехать спокойно. Привет, Максим. Ну ладно, главное то, что это, инков нет почти, бывает, не серьезно. Блять, как тебе 12-й не убил, я не знаю, он всю гонку вот так ехал, не пойми как. Бля, ну там между двух машин я вообще не попал в поворот, это пиздец, мне реально прям остановиться пришлось два раза за вот эти два круга, чтобы стену не улететь в Т1. Не, ну там. Ты прочувствовал вообще, в принципе, разницу между суперспидвеем и спидвеем, ну когда вот борьба такая, в принципе, пошла, учитывая, как все начиналось. Вот и все, гонка закончилась. Да, да. Вначале-то вообще ехали последними. Нужна просто нормальная квала, короче говоря. Тоже. Стартовать где-то впереди, чтобы, ну, не бороться, чтобы ехать по траектории, круги нарезать. Ну, практика. Вообще, как-то я вот смотрю сейчас повтор, очень странно это выглядит, Т2, я не понимаю, почему ты там именно в середине поворота так сильно замедлил. Ты тормоз там нажал? Нет, вроде, честно говоря, я не помню такого, ну, то есть, наоборот, старался как можно раньше газ, но каждый раз куда-то к стене улетал. А когда между двух машин, я вообще... ТЗ, у меня просто тачка остановилась. Ну, короче, не хватило где-то. Если бы мне сейчас дали второй шанс, я бы точно бы... Ну, Т2 вообще тяжело пройти там, когда... Ты, кстати, повтор посмотри с 6-м номером. Да, я уже... А, все. Мне безопасности дали.